сегодня, вот примерно в 13:40 в городе Рязани на улице Зубковой, дома номер 27, корпус 3, 35-летний житель областного центра управляющий автомобилем «Лада» Миура по предварительной информации не справился с управлением своего авто, в результате чего совершил наезд на опору линии электропередачи. От полученных травм водитель скончался на месте автоаварии. Его пассажиру понадобилась медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка. Все обстоятельства уточняются.